Станция Новоясеневская. Конечная. Переход на станцию Битцевский парк. Выход к автостанции Новоясеневская. Ну что ж, всем здрасте. Когда-то похожую картину вы уже видели. Было 3 месяца назад, когда мы также приезжали на Новоясеневскую и снимали все станции КРЛ, но сегодня мы снимаем другую линию, у которой тоже здесь находится конечная станция. Приехал на 765.3 модификации и вот она станция Новоясеневская, которую мы уже смотрели. Здесь стоит двадцатка, она вернулась на КРЛ 75.022. И сейчас переходим на Битцевский парк и начинаем осмотр Бутовской линии. Последняя линия, кстати, которую нам надо посмотреть, и где остались русичи. Переход здесь относительно небольшой. Вот мы уже на следующей станции, Битцевский парк. И поезд приехал 81.740.4. Вот такой полуодносвод. Тут, по-моему, тоже составы ходят с мигалками. 3 вагончика, легкое метро. Ну, поехали. На Эму Русич. Ну вот такая простенькая станция. Держитесь за поручни.
станция Лесопарковая. Ну что ж, вот следующая станция. Здесь, знаете, эта станция, сейчас уедет, я расскажу вам. Я вот недавно был в отъезде в Казани. К сожалению, там ничего не снимал, но в следующий раз я для вас обещаю сниму. Там катался на метро, там русичи же ходят как раз четвертой модификации. Вот. Там тоже по три вагончика у них и станции похожего типа, потому что, ну, примерно в одно время с разницей в несколько лет они были построены. А, нет, подождите, господи. Там, по-моему, да, слушайте. Если что-то не так говорю, то извините, но прям казанским вайбом отдает эта станция, когда на ней еще русич, вон едет. Здесь самые последние ездят русичи. Вообще здесь самые разные. Здесь самые старые базовые, здесь и точка 1, и точка 4. Вот, например, русич старой модификации, очень такие, это, по-моему, базовая модель, если я не ошибаюсь. Но даже кнопок, ну вот, мигалок закрытия нету. Вот, ну, Лесопарковая, кстати, мне нравится станция. Также здесь ходит еще уникальный состав 81-740А. Может, он тоже сегодня нам попадется. Но вот конкретно этот один из первых. Интересно, конкретно на этой станции я никогда не высаживался. Че, 40 секунд до поезда? 3 минуты в среднем интервал. Я удивлен, думал, будет больше. Вот, ну и едем на Старокачаловскую. По-моему, следующий у нас тоже точка 4, я видел. Вот оборот уходил. Здесь очень мне нравится точка 4, они здесь настолько чистые. Когда снимал с мигалками состав на Арбатско-Покровской, он был, конечно, да, более такой грязненький. Но изумер с БКЛ и русич залетает на станцию. С Эму русич.
Переход на станцию бульвар Дмитрия Донского. Кто-то стаканчик забыл. Но этот вагончик, кстати, не такой чистый, как предыдущий. И я заметил освещение другое. Самая необычная станция. Четыре уезжает. Ну что ж, это станция вот как раз 2003 года. С нее началось именно вот это легкое метро. Самобытный проект достаточно. Такие здесь автобусы. Вот видите, как это выглядит. Бульвар Дмитрия Донского посередине, а две станции улицы Старокачаловская, вот такие маленькие, вот они находятся по бокам. Ну вот когда я был маленький, я, наверное, даже это за линию не считал. Продление серой ветки называл. Тогда еще не знал, как называются все эти. Калужская, Рижская, Серпуховская, Тимирязевская. Поедем, возможно, оборотные тупики Серпуховской-Тимирязевской линии там можно увидеть, но я не знаю. Вот это, наверное, самый крутой маршрут. На нем бы прокатиться. Там слышится, как АК въезжает. Но на АКе мы сегодня не прокатимся. Ну, если только мне домой. Я еще хочу пофоткать там поезда на Китай-городе. Как раз обратно поеду через всю линию. Но вот на Русичи в основном в Казани катался недавно. Большинство, кстати, там поездов это Русичи. Еще прокатился наконец-то на поезде Казань 553.3. И один раз на Москве. Но станция выглядит интересно. Мрачновато так. Но интересно. И вон поезд. Здесь я заметил, скорости маленькие довольно.
запишемся вместе. Станция улица Скобелевская. Базовые модификации, самый старый. Составы 2003-2004 годов. Представляете, им уже 20 лет. В этом году исполняется. Офигеть, Русичу 20 лет уже. Но это совсем чумазый какой-то. Ну смотрите. Какой-то черненький русич. Темно-серый. Он в депо едет. Я знаю, что раньше в метро был еще кофейный русич. Я на нем даже поездку снимал, но он сейчас просто обычный. А это вот такой, видите, темно-серый русич. Брутально выглядит. Вот чисто линия посвящена одному району, но она поэтому и называется Бутовская. Кстати, вот для чего эти дополнительные пути? Напишите в комментариях, я честно не знаю. МТД-2 Бутово переход. Здесь вообще станции такие все прям одинаковые, а вон уже следующий состав едет. Там перегонка пошла. А там уже следующий русич. Ну, здесь, да, из подвижных составов только вот русич. Это тебе не на Калужской рижской, где там тебе подавай номерной. АК, Москва, Москва 2020. Причем 765. Какие вообще ты пожелаешь там? Базовая, точка 3, точка 4, Сармат, метро спецтехника, короче, какой хочешь. Там автобусы едут, такая заляпанная штука. Вот, ну и да, линия находится, ну, на эстакаде, и вот очень частые у нее станции. Вон там уже, получается, видно, какая улица Горчакова или следующая, или бульвар Адмирала Ушакова. По-моему, улица Горчакова следующая. Ну, да, здесь все одинаковые. Чисто, знаете, такая... Можно было просто вот эту станцию посмотреть и сказать, все станции такие же, они просмотрены, но у меня-то челлендж посетить все, поэтому... Поэтому надо выполнять. Осталось-то не так много. Вон поезд едет. Русич. Даже неожиданно как-то прекратил он. Ну вот эта точка 4, мы на нем ехали как раз от Битловского парка до Лесопарковой. Сейчас едем на обычном русиче. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – бульвар Адмирала Ушакова.
станция Бульвар Адмирала Ушакова. Нет, я ошибся, это бульвар Адмирала Ушакова, улица Горчакова, следующая. Вот это, наверное, вообще один из самых коротких перегонов Мосметро. Ну, смотрите, как мы быстро приехали. Ну, это легкое метро, но подразумевает уменьшение вагончиков и частые остановки. Какие они все грязные здесь. По-моему, в депо Варшавское. Да, забыл упомянуть, у этой линии нет собственного депо. Его обслуживает депо Варшавское. Варшавское обслуживает две линии. Серпуховск-Тимирязевскую и Бутовскую. И, по-моему, Варшавское депо, ну, вообще, типа, не следит за установочной партией вот этих русичей ранних. Так, вон еще поезд идет. Прикольная вот эта вот последняя партия русичей, когда у них мигалки в салоне и звуковое оповещение, как на Оке при закрытии дверей. Мне такое прям, ну, нравится, короче. Блин, там такое ощущение, как будто на него освещение падает другого поезда. Ну, по-моему, того поезда еще нет. Или есть, я не знаю. Здесь хорошо видно, просматривается. И везде, кстати, вот эти вот пути дополнительные. А, все, увидел. Поезд выезжает. Он только отъехал от станции, а уже 45 секунд. То есть это, наверное, по времени именно самый короткий. А по расстоянию я знаю, что там... Ну, есть, короче, перегон. Вот что я хотел сказать. Ну, вот он, кстати, южный район. Приятный, зеленый. И очень большой. Раз ему целую линию. Так, ну что, 20 секунд, едем на улицу Горчакова. Давайте в последнем вагоне прокатимся. Опять пошел в этот.
Последняя станция, следующая уже конечная, это, по-моему, самая короткая линия в метро же. Без комментариев. Ну, мы сегодня прокатились вот в основном на таких опытных. Ну, установочная партия такая опытно-промышленная. Вот. Ну и два раза на точку 4. Судя по тучкам, будет дождь. Поэтому сейчас отсниму линию и поеду уже под землю. В нормальное метро. Ладно, Бутовская линия тоже хорошая. Живописная. Я, знаете, люблю такую погоду, когда пасмурно, но лето. Все время на даче люблю гулять. На даче можно в Покрове какие-то автобусики поснимать, конечно, но хотя я не думаю, что стоит этого делать. У же, типа, в основном по метро канал специализируется, и просмотры больше метро набирает. Хотя я делаю это не ради просмотров, но все же. Бунинская аллея, одна станция осталась. И все. А это в центр. Здесь С-53 и 146 автобусы. Я вообще не думаю, что сейчас в нашу сторону кто-то зайдет и поедет до Бунинской аллеи. Хотя люди стоят. Или нет? Вон, вижу, поезд едет. Сейчас последний рывок. И нам остается, получается, что Филевскую отснять, Серпуховск, Тимиряевскую, Люблинскую, Дмитровскую. Еще не снимал. Напишите в комментариях. Я уже сбился просто. Последний русич у нас тоже базовая модель, поэтому едем. Давайте здесь. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Бунинская аллея. Ну, хоть покажу вам салон базового русича. Thank you.
выйти из вагона. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Пассажирам запрещено находиться в поезде, который следует вступить. За это предусмотрена административная ответственность. Все, мы приехали на конечный пункт. Самая южная станция московского метро. Наверное, последний год этого титула, потому что сейчас какая-нибудь станция Троицкой линии, я думаю, будет южнее. Если я сейчас так подумал, наверное, машинистам очень скучно на этой линии работать. Типа один круг 40 минут по линии, но это прям и скорости маленькие, и интервалы большие. Ну, короче, вот. Ну что ж, все на этом. Прогулка по Бутовской линии закончена с выходом на каждой станции. Всем спасибо за просмотр и всем пока.